Всем хайоу! За этот ролик я, кстати, получу 53 ликов, у меня уже почти не будет. И чё, мы сегодня будем развиваться, и у меня, кстати, кое-что сделал за кадром, вот это надо собрать, это все надо собрать. Так, опачки. Собираем. Так, всё, ничего не осталось. Это мы будем за 2500. И пишем хом. Я, кстати, другой дом уже построил. Он уже находится в жопе мира, естественно. Так, вот это мы продаем сразу же этот стак за 3500, потому что и да, ага. Да, я построил дом, он находится в небе. Да, он находится в небе, что меня не загрифили. Я вот тут хотел ферму сделать, но тут все, как вы сами видите, что происходит. Да, он в небе, он в жопе мира. Это я, ну, не знаю, оставлю тут пока что, может пригодится. Вот честное слово, я вот думаю после этого ролика начать стрим, поэтому... Вот, кстати, у меня вот киты, кстати говоря, вроде как, если мне голова не изменяет, да, вот эта вот штука. Еще один кит, и давайте вот кое-какие вещи тут продадим, потому что это, например, мне нахер не нужно. 8000. Вот это все тоже можно продать по 10000, потому что зачем это мне? По 10000, я думаю, скупят. У меня уже на балансе 20000. Ага. Да, я, если что, я, типа, это не какой-то там плагин, потому что, как вы видите, у меня нет ютуберки на этом аккаунте, вот, поэтому да. Я просто такая цель, чтобы не сразу покупать, а хотя бы что-то сделать для этого перед тем, как покупать. Потому что так я риликов смогу накопить, типа, и будет прикольно. И все такое. Так, ага, вот так, все. Да, это такой прикол, такое удобство. Да, такое удобство. И прикольнее как-то играть это. И, кстати, это будет, типа, теперь каждый ролик, который на Рили Ворлде, он будет, типа, оплачиваться мне в 50 риликов, во. Поэтому это такое прикольное что-то. Есть вот цель какая-то. Так, этот стак я не знаю, куда делать. А я знаю. Так, где 16 яблок? А, так, да, 8 яблок. Это мы сюда скидываем. Алмаз, вот это пока мы никуда, это тоже никуда, так вот сюда, все тебе ровно все. Так, один тотем, вот так делаем. Ага. Так, и еще вот сюда вот это скидываем, типа вот так, да. Нет, я сюда хочу скинуть, даже не знаю, что сюда хочу скинуть. Ну да, давайте вот так, чтобы вот так все было. Красивенько, удобненько, а это все можно скинуть вот сюда, сюда нельзя, вот сюда. А алмазы, вот эту всю хрень можно сюда скинуть, она мне, в принципе, не нужна, как вы понимаете. Так, вот эту вот штуку вот сюда. Все, готово. Погнали, что делать, ах, может, что-то у меня 2000, что-то купить. Да, может что-то купить. Я вот даже не знаю, что купить. Порох, кирки, хрень. Могу боже. Вот что-то купить. Реально, вот кирочку можно, может быть. Я все равно могу починить. Ну, ладно, не будем ее покупать. Так. Это можно купить, это... Что это голова? Голова игрока. Скорость, ага. Скорость плавания, здоровье плюс 5. Нормально, но мне не хватит денег на это все. Так, ага. Литры, кирка. Короче, эта хрень продается, если честно. Ничего из этого. Это, конечно, да.
Короче, понятно, ничего интересного я не нашел. Давайте на спаун тэпнемся. И, кстати, я этот магистр даже не покупал, а он у меня выпал из кейса, поэтому на Real World, как бы, да, можно. Вот, если вы спросите, почему у меня здесь 50 реликов, а в прошлом ролике было поменьше, ну, типа, поменьше, это я все, потому что, во-первых, я из кейса выбил этот реликов, и еще за стрим, за час стрима получил 50 реликов. Вот, поэтому у меня сейчас 250. А в следующем ролике уже будет 400, и когда накоплю 900 целых реликов, я себе куплю императора, и я буду уже императором, а когда я целую 1500 реликов накоплю, то есть у меня будет 500, еще плюс 1000, я куплю себе драгона, поэтому да. Вот такие вот дела. Так, для начала надо хом написать и взять топор. Хотя зачем мне топор? Не знаю. Можно еще что-то построить. Что можно еще построить? Я не знаю, что. Да, можно что-то еще сделать прикольного. Тут вот такая вот. Короче, да. Что-то еще можно прикольного сделать. Этот сундук уже до дна забит, как вы видите. 4 сета магистра. А, хочу вам сказать, когда я куплю. Не, наверное, даже если я сделаю облегчение, потому что 900 это слишком долго, а я к этому времени уже все накоплю, деньги будут, как говорится, я думаю, даже 650, вот когда накоплю, так тогда и можно будет. Так, Рэббит, ага, император, вот, ага, а в драгоне у нас эйка. Воу. Короче, я накапливаю 650 реликов, потом накапливаю еще 1450 и покупаю себе императора для начала, когда накоплю 650, и потом 1450 я получаю драгона, мол, покупаю себе. Но насчет драгона потом подумаю, а 650 реликов я накапливаю и сразу же покупаю драгона. Короче, вот такая что-то. Или 500, не знаю. Посмотрим по истечению того, как время придет. Во. Поэтому да. Ладно. Ладно. Можно что-то поделать еще. Можно. Что на Real World вообще делать? Напишите в комментариях, что на Real World делать реально. Потому что я что-то не знаю. Что-то можно, вот, конечно, поделать. Можно. Сейчас накопить, типа, вот за это только получу еще стрим начну. И у меня, типа, уже будет 350 реликов, и там останется вообще копейка. Вот, и потом, когда я накоплю, я чуть-чуть потрачу. Ну, точнее, сниму один ролик, у меня будет 700. Вот, я куплю каких-нибудь приколов шопа. Куплю, кит я не буду покупать, он мне нафиг не нужен. Вот, все для Гриффис. Я куплю вот этот, эту кирочку. Так, ага, 129. И еще что-нибудь куплю прикольного. Прям вот, знаете, прикольного. Вот, прикольного. И какой-нибудь шар куплю. Вот, кирочку куплю и шар какой-нибудь, шарик куплю. Можно шар Аида. За сколько? Вот. Или шар Посейдона, к скорости, к здоровью. Вот. Можно... Это все те, кто... Можно купить вот этот шар. Ну, я, короче, либо вот этот шар куплю, либо вот этот. Вот. Или какой-то другой. Вот. Да. Или на шипы, которые там плюс 5 здоровью. Короче, да, такой болтушный ролик получается. Извиняюсь за такие вот приколы, что болтушно, болтаю, что-то ничего не делаю. Но я реально не знаю, что делать. Я тут построил себе такой склад сундуков, считайте. Вот тут только всякого мусора. Кстати, на стриме я это все почищу. Вот тут вот всякого много. Вот тут вот, ну вы сами понимаете. Вот тут вот воды много. Вот тут вообще ничего, и в этих тоже ничего. Вроде как не лежит. Да, в них ничего не лежит. Потому что, да, я туда ничего еще не положу. Вот, а когда у меня будет уже кит император, я также все красивенько буду раскладывать, у меня будет столько дофига брони. Вам. Да. Да. Фид. Все.
удаление жажды есть. В принципе, я уже могу заканчивать. Да, я могу заканчивать. Поболтали мы так хорошо с вами, а на стриме еще больше поделаем. Я думаю, еще 2 часика я так постримлю, поэтому всем удачи и всем пока-пока.